Прямо зараз. В Києві 15:45. Місто готується до оборони. І ось одна з центральних вулиць столиці нашої Червоноармійська. Зараз вона називається Васильківська. Велика Васильківська. Вже готується зустрічати ворога прямо зараз тут, в центрі міста. Ситуація дуже складна. І, чесно кажучи, як би там не було, але все ж таки страшно. Ми будемо мати надію і маємо надію на наших хлопців, які будуть разом з нами тримати стрій. Тримаємося, Україна. Воздушная тревога. К этой заразе ты начинаешь уже привыкать. И мне кажется, залезть до этого не привыкнешь. Але я вважаю, что все это ненадолго. Тримаемся. Украина, украинцы, мы сильные. С нами світ, с нами Бог, с нами правда. Всех люблю, обнимаю. Приветствую вас, наши братья-хорваты. Помните историю с городом Вуковар, когда Хорватия честно боролась и в итоге все-таки победила? Так же происходит сейчас в Украине. В Украине война. Россия, путинская Россия объявила нам войну. И сегодня я вещаю из столицы Украины, где в это время должны ходить много людей, радоваться жизни, получать удовольствие от весны. Но на улицах никого нету. За моей спиной находится тероборона. Многие ребята сейчас находятся в укрытиях, потому что вновь объявили воздушную тревогу. И я специально говорю на русском языке, чтобы те, кто проживает в Хорватии, те русские, понимали, насколько сейчас все очень сложно. Вчера по украинским городам, по Харькову, было применено оружие, которое запрещено Женевской конвенцией. Убито больше 16 детей. И этому не будет прощения. Я абсолютно убежден, что весь мир сегодня за нас. Мы действительно боремся за всю Европу. И я очень хочу, чтобы этот безумный ад в лице Путина скорее закончился. Я желаю всем мира, желаю всем... По-моему, я уже слышу вновь тревогу. Я желаю всем мира, желаю здравствовать. И, пожалуйста, молитесь за Украину. From heart of Ukraine, City Kyiv, Сергей Комаровский. Especially for Croatian television.